be driving out of state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new road, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Dropped out without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise around the room. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Live a life till it's over. But until we do, it's sleeping soon. HTTP сервер успешно запущен на порту 49135. Зачем же ты сообщаешь всем порт, на котором запущен? Так, сейчас, пока. У меня 1080 пишет. Да, это же со старого чата, ты что, это же с другого стрима. Так, секундочку. Видео. Видео, значит, мне пока что недоступно, да? Может быть, какая-то есть тоже какое-то количество подписчиков, которые нужно набрать, чтобы видосики сохранялись. Так, а ну-ка поделиться, копировать ссылку. Ну, еще раз вот сюда. О, а что это? Почему именно как... Выглядит это как ссылка на клип. А, ну вроде нормально. Ага. Так, и, наверное, еще в Discord тоже отправлю ссылку, как всегда. Ну и в наш... О. Нашу группу ВКонтакте. Вот. И медиа общение. Снова вот сюда, наверное, в медиа отправлю еще разок. Вот так. Так, это будет более полноценная ссылка, да? Ладно, чё, долго ждать не буду. Тут что тут размусоливать, все равно. Все равно ничего не сохранится. То есть не, ну, не сохранится. Видос не сохраняется здесь пока что. Я не знаю, с чем связано. На Твиче сохраняется. На Твиче у меня там 200 подписчиков, чуть больше. Может быть из-за этого. Так, сейчас надо попробовать постараться как-то набрать какое-то количество подписчиков здесь. Ладно, что тут у нас? Я поставил здесь ратушу. Ну как это? Ратуша, таунхолл. Build options. Так, builder. Мне надо теперь поставить дом, дом строителя, я так понимаю. Я немножечко посмотрел какой-то типа гайдик. О. Посмотрел какой-то типа гайдик, который, в котором рассказывалось, что делать дальше. Дальше мне нужно сделать из вот этой палки... Из builders палки нужно сделать строителя. Да блин, ничего себе, они разговаривают со мной, интересно. Так, получается mine colonies и... И я выбираю домик билдера. Builders hut. Кстати, вот тоже я еще что читал, что желательно выбирать какой-то материал, да, вот оак, да, то это нормально. Вот такой материал должен быть. Материал, который легко добыть. То есть у меня, допустим, есть ферма дерева из обычного дуба. А это значит, что мне нужно именно стараться деревню теперь строить именно в дубовом стиле. То есть, чтобы полностью все было из
из обычного дуба. Так, и в принципе, вроде как, раз, два, три, четыре, пять, я выяснил, что все-таки я буду указывать, в каком направлении будет развиваться моя деревня. То есть, где я поставлю хатку, допустим, этого строителя, там он и будет находиться, и там и будет все происходить, там и будет он строиться. Единственное, что я, вот, допустим... Опа, не понял. А, не-не-не, так, сейчас я сейчас place anyway, допустим. И вот, как раз вот получилось, да? А, нет-нет, чуть-чуть дальше нужно. Чуть-чуть дальше... О, убедись, проверь страницы строительства, потом здесь ты можешь посмотреть, здесь инвентарь строительства и сам build extra help pages. Ну, ладно, понятно. Только я сейчас хочу request pick up. Тут он стоит, мне нужно поставить его, допустим, вот сюда. Вот сюда хочу поставить. В уголочек. Вот рядом с вот этим светлячком. Так. А, нет, пикап это не то, значит. А как мне его поднять, интересно? То есть мне не устраивает немножко. Да, мне в принципе вот не очень нравится в этом моде, что ты... Поставив какой-то блок один раз, там потом мне непонятно, можно ли его как-то вообще поднять. Да, можно. Слава богу, можно. То есть я его вот ставлю вот сюда, place anyway. И теперь, да, получается уже вот это будет ратуша городская, а вот это вот будет хижина строителя. Охренеть вообще, почему она такая огромная? Вот, и между ними будет какое-то расстояние, я смогу это обыграть, сделать какую-то дорогу, то есть чтобы это было визуально еще нормально выглядело. Так, manage worker. Так, builder у меня... Builder Billy Gasper. Потом можно, я так понимаю, кого, если вот этого вот уволить, то можно кого-то другого нанять или что? Default Colony Override. Mana 1, stamina 3, focus 1. Ну вот этот же лучше. Или как это работает? Вот второго уровня есть какой-то Адам, и у него атлетика 6, креативность 4. Ну то есть вот этот намного круче. Раз, два, три, четыре. Кто из них, сейчас секунду глянем. Я хочу другого билдера. Бум-бум-бум. Как мне его переназначить? Сейчас я гляну. Гаспер. А мне нужно сейчас так, Алекс. Эйден. Вот этот Эйден, по-моему, да, он намного круче. Только, а как понять их уровень, кстати? Это вот вы, кто, да, вот он Эйден. Я хочу, чтобы ты был. Я хочу, чтобы ты был моим билдером. У него 6 уровень, да? А у меня сейчас... А ну покажи Гаспера. Нет, это дурочка, блин. Нет, секунду. Да, Брилли Гаспер. Я вроде как читал, ну, то есть смотрел, что там можно как-то изменить. Можно... Fault, автоматик. Ага, вот, я могу уволить. Да, можно мануально, допустим, назначать рабочих. А можно
А можно автоматически? Сейчас стоял автоматически, меня это не устраивает. Потому что мне вот намного больше нравится, к примеру, Эйден. Вот он, ты идешь сюда. А дальше автоматически пока идем. Так, Recall Worker и... Эй, а чё это ты ушел? А работать ты будешь, нет? Инвентарь. Оу, оу, оу. А чё в смысле? Так, ну понятно. Непонятно, чё в смысле. Сейчас, секунду. Здесь просто всё краснючее. Ну, да, я сейчас... Постараюсь все засветить получше. Так, да, просто в какой-то момент мне вот эти вот светлячки из Blood Magic мешали что-то там построить, какую-то конструкцию. Так, ну я так понимаю, что первым нужно построить именно хижину строителя. Build Options. Да, здесь все стандартное. Строй. Я ему сказал, сейчас давай начинаем строить. Что нужно в инвентаре, как понять тоже? Manage worker, так, recall worker. И сюда. Давай, начинай строить. Ну, блин, опять уперся куда-то. Request pick up now. Pick up video. Settings, Automatic Mods, Crafting Recipe. Его можно научить каким-то рецептам, интересно. Work Order и Quest Resource. Сегодня, сейчас, что вообще за время? Может быть, сейчас ночь? Мне же непонятно, блин, какое здесь время суток. Так, раз, два, три. Раз, два. Пройдемся сейчас сюда. Так, еще на всякий случай хочу глянуть, все ли нормально, все ли работает, да? Вроде бы нормально все, потерь почти нет. Да, я по-прежнему стримлю в... Через интернет мобильный, по сути, то есть через LTE модем, он неплохой, все, но как бы все равно я опасаюсь, что может быть что-то не так с качеством. 3, 4, 5. Поэтому периодически захожу, посматриваю, как там стоят дела. Кстати, аварию, мне пришла смс-ка, что аварию у меня на линии починили, но модем мой как не работал оптоволоконный, так и не работает. И сейчас, вчера было там предпраздничное, сегодня праздничный день. И непонятно, когда, что написано было. Позвоните, если у вас остались проблемы. Я им звоню, мне никто не отвечает. Оператор у меня, провайдер, просто прекрасный. Так, ну не знаю, может быть сейчас просто ночь. Может быть в этом проблема. И я хочу, наверное, сделать себе пару якорей. Чтобы не бегать пешком вот сюда, а я мог быстренько прыгнуть сюда. Так, ну это слишком большое расстояние, да, получается, из-за этого я не могу допрыгнуть. Когда она, ботания пожелтела, это значит, что я, в принципе... Отсюда уже могу допрыгнуть, правильно? Только нужно еще какие-то названия дать. Stairs. Stairs, и здесь колония, да?
Я, кстати, сегодня, когда смотрел Colony, смотрел гайдик сегодня, и все-таки Mine Colony — это немножко другой мод. То есть был мод Millenaris, это был другой мод, а Mine Colony — это что-то другое. То есть одни отличаются. Я думал, что это как бы развитие одного и того же мода, который раньше был Millenaris, и сейчас он стал Mine Colony. Но если я правильно понял, то вроде бы все-таки это два разных мода от двух разных людей, от двух разных разработчиков. Так, ну то есть вот я могу теперь на ступеньки и в Ботанию. Все, тут я дома. В Ботании тоже мне тут находиться не обязательно. Мне нужно будет сделать... вот этот якорь поставить куда-нибудь в другое место, потому что Ботании у меня тут уже нет. А у меня вот здесь есть терминал. Вот, и я так и напишу терминал. Вот. До колонии, да, не добиваю все равно. На всякий случай сейчас просто схожу сюда, посмотрю. Чё... что у меня вот здесь? Вот она, моя Ботания. Аккуратненькая, уютненькая, но как я и боялся. Как я и боялся, все быстро наполнилось уже. Мана во все монополы. И что теперь с этой маной делать, я, честно говоря, не знаю. Может быть, может быть, надо сделать себе пару слитков еще террастали и сделать себе еще одну террасталевую кирку. И эту террасталевую кирку отправить на зарядку. Так, сейчас... или секундочку. По-моему, террашаттер как-то не так сложно крафтится. О, а чё? Мне рецепты не показаны. А почему не показан рецепт? Я чуть не пойму. Зачем мне рецепт зачарования? Так, ладно, по-другому, значит. Вот террашаттер. А вот этот вот террашаттер как делается? Вот это не пойму. Как-то его можно соединить, по-моему, что-то такое с эльфийской киркой. И тогда получается вот такой террашаттер, да? Так, ну окейшки, сейчас я сделаю еще одну кирку и поставлю ее на зарядку. И хочу, чтобы у меня была вторая кирка, и чтобы она херачила там 10 на 10, 11 на 11, ну то есть, чтобы прям можно было огромные подземные города выкапывать. Так, мана-таблет есть. Пару элевенвудов. Да блин. Что такое? О, черт, у меня, по-моему, места нет уже в инвентаре, так? Да. Раз, два. И делаем террашаттер, второй. Так, этот у меня S-очка, да? А, это A-ранг. А мне нужно сделать себе ранг S. И куда я ее? Вот сюда, наверное. Так, здесь нужно, чтобы наоборот из монопула наполнялась кирка. И все, в общем-то. А, ну блин, вот для этого мне нужен еще один демагнетайзер. Террашаттер, это вот моя А-ранговая, а вот это вот ранг С. Вот и все. Я могу пока что пойти позаниматься своими делами. Она не диспавнится, то есть на эту кирку не распространяется стандартные ванильные правила, то есть она не диспавнится. В принципе, ботаневские вещи многие, которые могут подзаряжаться маной, ну, как бы они не все... Они все подвержены этому правилу, что они не ломаются. Они не исчезают, если просто лежат в мире.
Да, я просто думал, мне этот Iron Tank точно не нужен, поэтому пока вот так вот. Так, ну что там? Работать будешь? Что он говорит? I don't like staying out of rain. My clothes are gonna get wet. Короче говоря, он говорит, что мне не нравится находиться под дождем снаружи, когда я типа у меня типа будет мокрая одежда. Ну или как, wet, я, ну, не то чтобы мокрая, какая-то, короче. Не хочется ему работать под дождем. То есть сейчас, наверное, как будто бы дождь. Кто бы мог подумать? Сейчас дождь. Ну да, ну в общем он не хочет работать, говорит, что сейчас дождь. Вот. Bad weather, плохая погода. А у него 7-й уровень. Но он очень крутой строитель. Интеллект у него не очень только. Но пока он не построит, ничего строиться вообще в этой колонии не будет. Это ленивая жопа, которая не хочет себе промочить портки, она из-за него у меня стоит развитие мода Mine Colonies. Надо будет туда периодически ходить, проверять, смотреть, что он начал работу, не начал. Так, ладно. И здесь у меня получается какая высота? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 блоков. Ну, да, вроде бы нормально по высоте получается этаж. Вот этот этаж я как раз таки планирую делать. Вот этот этаж я как раз планирую делать техническим. Так. Желательно тоже остаться в радиусе тех же чанков. Вот как тоже, как тут чанки включить, не понимаю. F9 не работает. А как-то есть F3 G или как-то кнопка есть. Так, ладно, черт его знает. Ну, блин. Плохо. Плохо, когда они не отображаются чанки. Я не понимаю. Как мне остаться в пределах этих чанков? F5 нет, F4 нет, F3. Да, ну вот есть здесь чанг, но, блин, цифрами оно отображается, где что. Секунду. Вот, слева есть как раз-таки параметр чанг, и вот он говорит о том, что в каком чанге я нахожусь и на каком блоке. Ну, это же вообще не дело, правильно? Так, ну не знаю, блин, вот это, конечно, меня немножко смущает. Может быть, options, controls, может быть, здесь где-то есть прочанки что-то. PTB, zoom out, zoom in, open chunk map. Ну,
Chunk map — это не то немножко. Категория. Так, ну вот карта чанков — это одно. Она всего лишь показывает, да, в каком я сейчас чанке. Может быть, ну не знаю даже. Не знаю, не понимаю. Как мне включить это отображение? Или как вообще вдуплить? Где какой чанк? Ну, то есть я примерно могу понять, когда я вот уйду вправо, вот сюда, да? Это влево я иду, вот это вправо. Ну, блин, ладно. Ладно, черт с ним. Как будет, так будет. Погнали, в общем, копать большую комнату. Эта комната будет у меня для того, чтобы здесь я буду, чтобы я настраивал производство из мода Immersive Engineering. То есть полностью это будет инженерный этаж. Так, мне, конечно, лучше вот в эту сторону, да, я так понимаю. Да. Вот туда копаться. Просто сами машины как раз в Immersive Engineering, они огромные. И они требуют довольно много места. Вот я вышел за границу чанка. Вот это где-то граница чанка, плюс-минус. То есть можно будет вот так определить, что вот это нулевой блок этого чанка, это первый блок чанка. Как-то странно. Full speed, 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 full
Ему можно дать любую кирку. Если нет чины. А что он молчит? Кто-кто молчит? Я молчу? Видимо, я опять микрофон заглушил и забыл включить. Не, я тут, все нормально. Да блин. Так, гравий. Сейчас этот гравий весь надо скинуть вот сюда. Понятно, что ты тут просто, ты не говорил. А, ну не говорил, видимо, я заглушил микрофон случайно. У меня бывает, у меня сипнет горло последнее время, после там последних болезней сипнет горло сильно.
Хочется прокашляться, но я не могу это делать в микрофон. Поэтому я вырубаю микрофон на быструю клавишу. А включать почему-то, ну, бывает такое, что забываю. То есть мне кажется, что я включил, что все нормально, но по факту получается вот так. Так что, сорян, извини, если что, как бы... Если я прям сильно долго молчу и не написано на экране, что я отошел, то вполне возможно, я просто забыл включить микрофон. Так бывает, к сожалению. Да блин, Shift E. Так, ключик, и я сейчас ставлю этот гравий. Ставлю его вот сюда, куда-нибудь. Так, все. То есть я немножечко себе почистил систему от гравия. Там было много стаков. Стаков 20 или даже больше, или 30 стаков гравия. Сейчас получается, где был гравий, место немножко высвободилось. Просто у меня идет еще непрерывно. Непрерывно приток новых ресурсов. У меня там уже копера 2000 собралось. Может быть, пойти еще копер тоже поскидывать. А, и я еще хочу вот это вот тоже пока что в сумку себе перекинуть. Вот это. Ножнички пока тоже мне нужны. Не нужны тут. Ключик тоже. А копер я сейчас соберу. Так, вот это тоже бифрост мне тоже тут сейчас в данный момент не нужен. И отправлю на переплавку. Надо уже тоже придумать какую-то систему автоматическую. Ага, вот и Электрум, кстати. Погнали переплавлять Электрум. А сюда я пока что скидываю копер. Так, и еще у меня заканчивается лава. Сейчас надо сразу же тоже лавы накидать. Так, удивительно, но у меня что-то нет с собой ни одного ведра. Это у меня ритуал кровавой магии стоит на производство лавы, поэтому лава у меня тут почти бесконечная. Ритуал работает. Опа, что? А, нет. Все нормально. Можно, конечно, поставить здесь помпу, автоматически набирать ее вот сюда и просто даже не париться. И, видимо, тоже это нужно делать, но, блин, да, не знаешь, что выбрать. И одно, и другое, и третье. Что тут? Какие-то фейри. Ну и что он сделал, этот придурок? Он же ничего толком и не сделал. И ушел спать, да? Они вот тут спят. Да, вот написано, вот, sleeping. Ох и работяга, блин. А ну-ка, покажи. Ничего тут нет почему-то, как ни странно. То есть, может попробовать действительно у него забрать кирку и дать ему какую-то другую? Он ей копает точно что-то? Что-то прикольное. Тут какой-то мод, какие-то фейки летают. Что за фейки, непонятно. Что он строит? Он должен построить хижину строителя. То есть он, в принципе, первым делом строит дом себе. Ну, должен построить, но что-то он ни черта не строит. Но когда он ковырялся, он вроде бы, я слышал звуки, что вот тут как будто бы под землей что-то ломалось. Посмотри в его блок. Его блок? Так, где он? Вот он. Инвентарь. А, нет, он работает. Он копает. Слушай, так я сейчас кирку тебе починю.
А если я тебе дам тогда какую-нибудь другую кирку или мана-таблет, к примеру, дам? Мана-таблет. Я сейчас попробую ему мана-таблет дать. Сработает это или нет? Ему можно любую дать. Ага. А, если любую, слушай, точно. Хорошо, спасибо. Я сейчас, я понял. Есть тут, мне Андрюха сказал, что есть мод, в котором есть инструменты, которые не ломаются. Два. Ой. Три. Блин. Они не ломаются, но ломаются вот эти вот слитки, когда ты их держишь в инвентаре. Косу сразу тоже сделаю, пусть будет. Так, ну вот. И вот я ему сейчас вот эту кирку тогда и дам. А кирка с шелковым касанием, она мне и самому понадобится. Так, слушай, братан. Да. А, вот тебе кирка. Так, а это можешь мне отдать тогда, да? Это ты будешь... Это ты для меня добываешь, получается? Он же должен куда-то это складывать потом, да? Рано или поздно. Да отвалите. Мне нужно где-то часы здесь поставить, чтобы я видел сейчас день или ночь. Вот что я понял. Надо посмотреть какой-то мод, чтобы... который бы показывал время сейчас. Клок, может быть. Положи в мэрию еду. В мэрию еду. Окей, понял. Так, еда у меня есть. Пунш есть. Да, ну только что тут немного сейчас. В мэрию еда. Я не знаю, где здесь Мэри, где инвентарь тут. Permission, citizen, settings, work orders. Я не вижу, где здесь еду положить. Вторая сверху. Permission. Citizen. Нет, не, ну не вижу. Раз, первая. А, ну нет, в rename colony не может же быть. Нет, не в rename colony точно. Нет, не надо мне этих мерчинарис, наемников не нужно. Settings. Слушай, ну я не вижу, я не понимаю. Так. Не вижу. Тогда в инвентарь. Да, я могу, в принципе, каждому дать в инвентарь. У меня еды, в принципе, довольно много, потому что у меня там целое производство сейчас. Только все мое производство находится сейчас просто в другом. Я понимаю, нужно ее построить. Да, я понимаю, что ее нужно построить, но... Ну, пока что он себе еще до сих пор хижину самого строителя не построил. Так, еда у меня есть, у меня полно еды. Кстати, я сейчас случайно подобрал Terra Shatter, и она уже наполнилась до А-класса, до А-ранга. В принципе, неважно, какая будет, да? Хоть та, хоть другая. Они у меня пока что не прочаренные, но я бы хотел их прочарить на шелковое касание. Но у меня пока что, к сожалению, нет книжки на шелковое касание.
Так, вот. Здорово. На, кушай. Нет, она спросила, ты хочешь, чтобы я, типа, стала билдером снова? О, у тебя в инвентаре куча всего. Ну, на тебе тоже еду. Я, правда, не знаю, поймут они эту еду или нет. Он куда-то все скинул. А, это я у него забрал, точно. Так, а почему с ней не могу поговорить? Так, на, тоже вот. Еды немножко. Да все, забирай. Так, строитель пойдет строить или нет? Давай, иди сюда, работай. Подожди-ка. Покажи свою кирку. У меня складывается ощущение, что он как будто бы не хочет, или может он не понимает эту кирку. А ты дал ему резы для строительства? А он еще не просил меня резы для строительства. Он у меня пока что попросил кирку и все. Вон он пошел что-то строить, нет? Просто когда ему что-то нужно, у него появляется такая шестереночка над головой. Давай уже работай. А ты активировал стройку? Да вроде бы да, но сейчас подожди, ты знаешь что? Я вот в ратуше нажал какую-то кнопку здесь, в Build Options. Build Building. Нет, какую-то я кнопку здесь нажал. И вот тут что-то закрыл. Сейчас, секундочку. Там вот был Citizen. Сейчас. Мне кажется, я его, или, может быть, действительно, или уволил. Нет, Адамс он работает. Recall, Build Options, Build. Строй, придурок. Да, я ему, походу, как-то случайно отменил работу. Вот теперь ему нужны резы. Да, да, пока что он будет опять ломать блоки, только он непонятно, где их ломает. Он где-то ломает их глубоко под землей. Потому что у него в инвентаре появляются блоки. А, нет, он не понимает кирку вот эту, которую я ему дал, крутую кирку, он ее не понимает. Вот говнюк, он только вот эту понимает. Тогда я ему сейчас еще... Тогда я ему сейчас попробую монотаблет сделать, действительно, сделать монотаблет и дать их. Монотаблет. Будет у него ломаться кирка или нет? Так, ты тогда иди сюда. Ему она не поможет. Ну, мне интересно проверить. Я догадываюсь, что, скорее всего, не поможет. Но, тем не менее, я хочу проверить. А вдруг она будет подзаряжать? Потому что я помню, когда-то в каких-то раньше старых сборках есть такой был Mechanical User из Extra Utilit. И вот когда в него кладешь только кирку, допустим, мана-кирку, она ломалась. А если клал в соседний слот мана-таблет, она не ломалась. Мана-таблет тратился. Ну, это не точно, ну, как бы, а вдруг тут так же работает оно? Блин. Ну, мне для проверки, в принципе, да, мне хватит, даже чуть-чуть я подзарядил. Хватит, посмотрим. Как говорил, кто там, Архимед? Кто там, что? Платон мне
друг, но истина дороже. Так, ну-ка, вот посмотрим сейчас. Да. Не, не работает. Ну ладно. Жалко, но нет, не работает, ты прав. Но я не мог этого не проверить, понимаешь, в чем дело? Это же Майнкрафт, тут надо всякое проверять. Так, в инвентаре что тут? Он, да, он скинул эту кирку, он ее не понимает, к сожалению. Тогда можно ее забрать, я ее буду таскать с собой на всякий случай, там посмотрим. И здесь плохо, конечно, что каждый блок — это какая-то новая руда. И вот он сейчас, любой камень, который добывает, я вот только не пойму, что... А какие есть кирки крутые? Ну... Ну, крутые. Мне, в принципе, и алмазную не жалко, понимаешь? Которые ты можешь сделать. Алмазные есть. Мне и алмазную не жалко. НД, как его, назеритовых пока еще не могу. Можно сделать Sentinel, но, блин, тоже... Я не уверен, что он ее поймет. Но в то же время я удивлен, что он попросил именно... Именно стеклянную кирку. А у нее не очень большая прочность. У этой кирки. Как назло. Ну ладно, чё. Можешь тогда алмазную дать. Ты думаешь с... Он на рандом просит. Да? А, рандом. Ну слушай, ну давай посмотрим. Давай, сюда, на, стой. Смотри, рандом, не рандом, он требует именно эту кирку и все. Мне нужно пикакс, чтобы продолжить работу. И требует именно вот эту вот. А, может быть, try cancel that. Нет. Нет, он принципиально хочет именно вот этой работать. Возможно, это автор сборки придумал, чтобы ты развивал ботанию, к примеру, тоже. Ну что ж такое, блин? Нет, он требует именно эту кирку, хоть ты тресни. Вот даешь ему нормальную кирку, и он идет работать. Так, ладно, сейчас. И часы я еще хотел сделать. Сейчас гляну. Клок. Какие-то часы, чтобы они прям показывали. Twilight Clock. Это я пока не могу себе сделать. Clock Screen Модуль. Блин. Потому что ты дал ему первую эту. Но он именно ее попросил. Че это? Supplementaris. А ну-ка. Я бы ему ее не давал, если бы он ее не просил. Так, секундочку, у меня часов было много. Я как-то стак часов сделал для того, чтобы... Да. Стак часов сделал. О, а ну... Так, сейчас 6 вечера, да? Или это 6 утра? Попробуй другого чела поставить работать и дай ему алмкирку. А, все, он спать пошел, блин. Ну, давай попробуем. Можно было бы ее прочарить, но тоже... Как ни странно, кстати, она у него кирка, это... Она вообще как шелковым касанием должна работать. То есть ты ей разбиваешь блок и должен подбираться именно шелковый блок. Сейчас я покажу, секунду. То есть должен именно камень подбираться. А, нет. Секунду, а чё, почему?
Glass, Tavronly, needed to break, it can be his shattering experience. Luckily, his pickaxe, mining glass, block, well yield. Them, it's like cheap silk touch for glass. Она стекло добывает. Она только для стекла, да. Я думал, она в принципе шелковое касание дает, но нет, нет. А если я назначу другого рабочего, я вот боюсь, не получится так, что, допустим, мануал. Адамс самый крутой. Не получится так, что, к примеру, ты, Алекса, Алексиса назначил. Не получится, что он по-другому начнет строить что-то. Ну, у него параметры, ну, нет, ну, неплохие в целом, ну, как бы, не самые лучшие. У Адамса получше, но... Ну, блин, ладно, неизвестно пока что. 9 часов вечера, да, я так понимаю, еще? Так, значит, ладно, идем дальше тогда. Пока пусть спят, что поделать. Все эти придурки дрыхнут. Так, есть. Угу. Пистоны. Бум. Ладно. Все, годится. Я могу сделать теперь пресс. Но мне желательно... мне дали классную награду. Мне дали сразу же метал пресс под провода. Так, что там происходит? Так, да, он почти что, чтобы пережечь этот, весь этот копер, почти всю лаву потратил. Надо все-таки что-то придумывать, автоматизацию какую-то. Ой, стоять. Что так руками ходить, подавать постоянно? Есть, к примеру, мини экстраутилит, если у них какая-то труба своя. Нет, трубы никакой нет. Помпа какая есть? Помпа есть. Так, это вакуум-помпа. Это, по-моему, не то, она воздух всасывает. Есть помпа у Immersive Engineering, но, блин, это не лучший вариант помпы. Есть механическая помпа. Кстати, можно попробовать механическую помпу. Ну, это тоже не лучший вариант. Походу придется вот креатовскую помпу ставить, да? Так, а ну-ка. Ну и опять-таки, да, она высасывает из емкостей. А будет ли она высасывать жидкость из... Ну просто из мира? Это я не знаю. Ну надо об этом будет всерьез задуматься. Так, ладно, а я начинаю расставлять уже потихонечку начинаю расставлять. Так, вот тут у меня где-то энергия, прессы начинаю ставить. Ну. Mm-hmm.
А, кстати, а прожектора у меня нету? Не выдавали прожектор? О, мне выдавали прожектор, ёлки-палки. Так, я просто выбираю здесь пресс. Как он называется? Просто пресс или нет? Не просто пресс. Сейчас гляну. Construction. Metal Press он называется. Так, Metal Press. Да? А, понял, мне нужно было галочку нажать. Сейчас. Metal Press, галочка. Во. Вот это то, что нужно. И получается, я ставлю... Так, один. А, блин, все, понял. Тут сразу два нельзя поставить. А, да, надо с панели нельзя убирать, я забыл. Так, получается, скафолды сначала. Раз, два. Потом вот это. Потом пистон и... И две дорожки. Да? Да, все верно. Так, и теперь мне нужно еще. Мне нужен хаммер. Я куда-то дел хаммер. Да, вот он. Вот, отлично. Нет, вот так. Да нет. Ну что за фигня? Что по кругу только, блин? Если нет чины. Угу. Ха, так не хочет разворачивать. Что за фигня, блин? Ладно, сейчас, чтобы уже не мучиться дальше вот так. Я сейчас ставлю тогда вот тут вот. Вот так. И ставлю вот так. Нет, не так, а вот. Вот так. Вот так. И теперь активируем его. Секундочку, не понял. А как его активировать? Вроде ж было... Блин, что-то я ничего не понял сейчас до конца. Как будто бы я что-то не достроил. Selected mod, ага. Projectile mod. А, и сверху еще один блок. Блин, сверху нужно было еще один heavy machinery блок поставить. Что-то я... упустил. Так, и все. Годится. Так, теперь надо электричество сюда провести как-то. А электричество у меня вот здесь. Вот здесь у меня, блин, капаситор. Банк. Ага, о, супер. То, что доктор прописал, отлично. Я сам того не знаю, разместил прям идеально. Так, и я, наверное, что еще хочу? Я хочу элеватор блоки сделать. Есть же тут, по-моему? Да, есть элеватор блоки. Шерсть у меня есть. Раз, два. Вот, и... Так, чтобы, вот, допустим, я вот где-то вот тут становился, к примеру. И вот так. Чтобы я мог быстро перемещаться к терминалу. Только сейчас секундочку, я извиняюсь, мне нужно отойти буквально на 2 минутки.
Ага, я тут. Так, что там, на чем я остановился? Погнали дальше, в общем. Пресс первый я сделал. А, да, мне нужно туда спустить электричество. Есть несколько вариантов. Первый вариант, да, это вот стандартные проводами мерсикскими. Ну и, наверное, это будет оптимальный вариант. Так. Пока что LV. LV мне нужна релешка еще одна. Хотя бы... А, секундочку. Релешки у меня, наверное, остались. Да, релешек много. Мне нужны тогда только... коннекторы. И мне нужны провода. LV Coil... Не понял. А зачем мне вот это вот? А, insulated, понял. Это изолированные.
провода. Я думаю, блин, что такое? Это тоже новинка. Я, ну, то есть, может быть, это не такая уж новинка. Что такое там произошло? Какой-то звук был стрёмный и страшный. Чё, на вас кто-то напал? Чё он просит? Пожалуйста, сделай пространство для моего сундука. Понял. Место закончилось. Ясно. А этот вообще довольствуется деревянной киркой. Нет, так это можно забрать, забрать, забрать. Да нет, не будешь ты у меня билдером аген. Давай-ка я тебе предложу все-таки алмазную кирку. Ты не хочешь работать с алмазной рукой, киркой? Это же ужас. Блин. Вот это вот тоже бегаешь, как с детьми. Вот это вот. Они бегать. И этот начинает просить опять-таки вот эту кирку. Надо, чтобы он ту сломал. Сломал. Да-да, я понял. Ну, ладно. Но, по-моему, он сейчас уже... Так. И потом алмдач. Золотую, такую, деревянную и такую. Все, он просит либо золотую, либо деревянную, либо вот эту вот ботаническую. Нет, он скидывает, хоть ты тресни, он скидывает алмазную, не просит. Да, вот это, блин, из-за этого долбанного хлама, конечно. Ты не дошел кошмар. Еще до развития. Да, я подозреваю, что просто он еще слабый билдер. То есть он билдер еще малого слишком уровня. Да, надо тебе деревню улучшить. Да, это пока еще рано. Я только начал вообще ее развивать. Я хочу все-таки... Сейчас, секундочку. У тебя все забрать. Да. И все-таки переназначить. Ты будешь уволен. А я снова назначаю Адама. Адам, он топовый, мне кажется. Давай. Значит, просто кирок деревянных, да и все. Жрет. Да дам ему эту. Мне что, жалко стеклянную кирку, что ли? Не жалко. Сломает? Ничего страшного. А. Так, и... А, ну все. Мне не жалко. Два стекла и кусочек моностали, ну, это вообще не то, на чем бы я хотел экономить. Так, пусть строит. А, вот он где копает, он сверху копает. Слушай, братан, ну я тебе помогу сейчас немного. Я сделаю это немножко быстрее, эффективнее. Ты еще будешь долго тут ковыряться. Ага. Так тебе будет полегче работать дальше. Где он? Ну все, супер. Пошли спать опять. Ой, вот это они работяги.
А, кстати, так кровать же есть, правильно? Я могу кровать достать и поспать. Теперь ему ресы надо дать. Ну, сейчас он что попросит, я ему дам. Давай, все, иди, подъем, иди работай. Иди сюда. Ну, он не все еще, я подозреваю. Я подозреваю, что он еще под фундамент будет копать. Да, вот он начинает фундамент копать. Ну, очень медленно он это делает. Собака ломает, и все. Я ставлю этих, ставлю факела, он берет, ломает. Чтобы быть уверенным, он вот эту линию копает только здесь, или вот ему, он будет копать под всем домом эту линию. Ну, то есть вот делать котлован под фундамент. Похоже, что как будто бы он пытается. Как будто пытается, да, под всей базой сделать котлован. Так, ну ладно, пусть немножко и сам тоже поработает. Ага, вот. Вот теперь он говорит, что ему что-то нужно. Ему нужен сэндстоун. Нихера себе. Да? Давай, наверное, кирку мне на секунду тоже. Так, и... Сейчас. Что тут? Кто поскидывал опять? Блин, я бы... Вот мне бы сейчас развиваться, как бы, другими вещами заниматься. Нет же, я должен... Мне нужно 13 оакпланк. Понятно. Я должен тут нянчиться с ними, как с детьми, блин, с этими рабочими. Но я так понимаю, что нянчиться, пока их не получится автоматизировать. Так, что еще? Заборчики хочет. О, вот это жесть. Позанимался, блин, иммерсив инжинирингом. А. Да вот, да нет. А. И чё? Ну строй. То ли из-за того, что эти придурки тут, вот этот придурок тут стоит, или из-за него он не может построить. Свали отсюда. Надо еще. Один верстак, 15 факелов и 2 подмостки. Верстак. Точнее, не подмостки, а полки. Так, ну у меня, по-моему, все это есть. И факел. Факела были, тю, блин. А, вот факела. На.
Крафтинг тейбла нету, походу, получается. Сейчас. Так, можно какие-нибудь, допустим, банки обычные использовать? Так, дальше чего? Факела, верстак, 15 факелов и 2 полки, да? Полки, они были, как они называются еще, помните? Шелф? Шелф? Юсфинетчины. О, это знакомые люди. Привет. Привет, Илюх. Шелф. Блин, как они называются? Посмотри в моде. Да. Все тебе тут. Поддерживаю. Ага, спасибо. Майн. Я просто, когда лагерь поставил, там были эти полки, я не хочу их заново крафтить, потому что они тут есть. Вот они, да? Рак эти полки называются. Ну на. Держи. Ну все, что нужно для счастья. Да, я как бы, вот, по-моему, вот эти полки он просил. Ей. Да я понял. Так, ну, давай поговорим еще раз с тобой. Ага, то есть он просит еще 32 ок слабо. Потом 159 дирта и 3 ок лога. На, слабы. Ну вот, когда начинаешь более-менее понимать вообще, в каком, как, что это все работает, становится поинтереснее. А вот 159 дирта, это не факт, что у меня будет такое количество. О, есть, слава богу. Да не тупи, блин. А. И что-то там последнее. И пикап. Что пикап? Кого-то убрать, 3 оклога, да, походу? Не вот этот придурок мешает, да? По-моему, он мешает, этот дебил. А, все. Строй. Свали, пожалуйста. Как тебе дать команду? Бомж, иди отсюда. Не мешай человеку работать. А, ну вот так вот и стой. Сейчас тебя замуруют тут и будешь, блин. Так, как тебя зовут? Алексис. Ну, он реально тупит, но это бред какой-то. Ну ладно, черт с ним. Так, честно говоря, вот эти инструменты, даже не знаю, что с ними сделать. Наверное, просто выкину, да и все. Раз, два и три. Давай я тебе тоже помогу сейчас, братан. Так, все, ладно, надоели. Блин, ну реально, нянькаться с ними приходится, как с детьми. Не самый кайф. Так, а у меня здесь тоже дела более важные, куда более важные. Так, во-первых, я здесь ставлю ЛВшный.
А, нет, сейчас сначала я здесь настраиваю вход. Вот. Я его развернул, по-моему. Ёлки-палки. А, ну нормально вроде все. Так, теперь... Коннектор, провод вниз и, допустим, да, и вот тут вот я ставлю релешку и с ней соединяю. Вот, а от релешки я уже вот развожу вот сюда. Блин. Вот. Так, это не то. Коннектор нужен. Вот, и от релешки я уже отвожу вот сюда. Все. Пошла. Пошла энергия. Единственное, что у меня сейчас что-то вот такое возникает ощущение, что я бы, наверное, хотел, чтобы оно в ту сторону работало. Ну, или пофиг, в принципе, в какую сторону. Так, и теперь я могу делать провода без проблем. Но мне, наверное, не провода надо сначала. Мне нужно сделать... Мне надо сделать заготовку для плейтов. Сейчас. Immersive plates. Да, вот такую штуку мне нужно сделать. Это для этого мне нужно... Раз, два, три плейтса. И, блин, кусачки. Аж какой, блин, блюпринт. Metal Press... такой. А ляпис тут не пойдет как замена этому рецепту? Блин, не работает. Раз, два, три. Ладно, тогда так. Угу. А, и кусачки мне нужны. Катер. Так, и я выбираю Metal Press, вот это вот, да? Ну и все, теперь я могу прессовать, уже не тратить на это, не тратить свой инженерный молоток. Я бы даже сразу сейчас пару Metal Plate'ов... Нет, а зачем? Я сейчас поставлю сюда еще один пресс, сразу же. То есть минимум два пресса будет у меня стоять, скорее всего больше. Место в один блок, в два блока я дам. О, я забываю, что с панели нельзя убирать. Раз, два. Раз. Еще один пистон. И еще один heavy machinery блок. А, и... Да, белки нужны. Так, если я не поворачиваю, сейчас пробую сделать, не получается, да, мне надо его именно... Вот что-то не пойму. Раньше можно было ж не просто вращать на месте, вот этот пилизм какой. Ключ у Thermal Expansion, там вот он хороший ключ, он может вращать вверх-вниз и по кругу. А этот собака только по кругу вращает. Во, все. Отлично. Так, и получается, теперь у меня есть два пресса. Один чисто для проводов, а второй чисто для пластин. И если дурацкий пресс из Create некоторые блоки не умеет прессовать, то этот пресс умеет прессовать все блоки. Так, да. Есть. Допустим, два честа нужно. Раз, два.
ставим или нет. Да? Я только не помню. По-моему, нужен хоппер, да? По-моему, он так не будет забирать. Ну и, допустим, какой-нибудь. Хоппер ингот. Давай. Нет, он не забирает отсюда. Это собака. Ну ладно. Ты к ним зайди, воронки подключи. Да, да. Ну, я просто, что-то у меня в мыслях... Я знаю, что он забирать может точно. То есть не без воронок, без всяких забирать может вот сразу в сундук. А вот из сундука он забирать не может. Можно было бы шторки из крейта использовать. Ну, наверное, нет. Так, значит, сейчас я беру... Хопперы, да? А вот это топовые хопперы, но мне такие не нужны. Нужны обычные ванильные. Раз. А, и у меня закончились сундуки. Так, впрок сразу. Если нет чины. Так, ага. И еще один хоппер, да. Вот все, два хоппера есть. Раз. И два. И вот я, допустим, сразу 16 пластин и 16 проводов. Все, вот это другое дело. Grave spawned collect before case. Colony tomorrow. Чё-то я не понял. Чё там? Какие-то сообщения начали приходить от колонии моей. А, скелет! Он всех убил! Ёлки! Он всех убил! Твою мать, один скелет всех убил. Ну, потому что этот придурок не давал мне здесь поставить факела. Там чел умер. Да тут три чела, тут они все подохли. Смотри, тут четыре могилы. Как мне теперь их восстановить? Peregrine Colony Tomorrow, Out Respect, Grave Spawned, Collect Before SDK. А, да, не надо смеяться. Я не виноват. Ну, но если этот дебил не давал мне засветить, сам факела первым делом ставить не захотел. Но мне, честно говоря, жалко. Мне жалко моего... Завтра придут. Да я понимаю, но... Блин, мне Адамс прям я уже прикипел к этому Адаму. Можно сказать, полюбил уже его душой. А он взял и отлетел. Потому что я здесь ставлю освещение, а он берет его и убирает. Так, давай tomorrow подождем. Все, 6 утра. Ну, кто-то пришел, они... Ага, задвоились. Джамал? Джамал пришел? Да, Джамал пришел. Джамал, ну это просто, как бы, ну, прям сам Бог велит быть строителем. И он реально, по-моему, неплохой. Джамал, только Кларк. Ну, фокус один, но у него Атлетикс 6. Атлетикс, по-моему, именно Атлетикс влияет на то, каким он будет строителем. На, Джамал. Кирку, работай. Чё тебе надо сейчас еще дать? Сила. Билдер Джамала, я начинаю работать. Строители с ближнего зарубежья подъехали. Да-да-да, я же говорил. Джамал. Так, топор. Давай я тебе дам. А, топор какой он просит? More detail, покажи. Алмазный, золотой, деревянный. Или топор Минотавра. Ну, ни хрена. Ну, на тебе, значит, действительно. Блин, а я повыкидывал. Я выкинул как раз недавно деревянный топор. Не думал, что понадобится. Ну, на. Разговариваюсь-то почему как даун он так разговаривает?
Не-не-не-не-не. Замедленно. Так, а что в смысле? Что происходит? Ага, вот еще могилка. Так, он 6 уровня. Вот это топовый чувак. Но у него стамина не очень. Ну ладно. Не буду уже. Пусть работает Джамал. Я не пойму, такое ощущение, как будто он хочет сломать какой-то блок. Пикап. Что-то подобрать он просит. Он как будто бы все перестраивать собрался. Я не пойму, что он хочет. Ну, как будто камень пытается долбить вот этим топором деревянным. Наконец-то он сломал там что-то. Чего хочешь? Пока ничего не хочет. Так, на, я тебя, может быть, рецептом обучу сейчас каким-то. Я его обучу рецептом. Сейчас, подожди. Джамала, в принципе, трудно понять. Да, это точно. Так, ну вот они снова просят теперь факела. То есть он просит. Просит снова слабы. А я бы хотел его научить. Помню, в каком-то, у какого-то... каким-то образом я у кого-то из этих челиков нашел, где можно ему... Его можно научить рецепту. Inventory, happiness, family, job. Cobblestone 5 штук нужно. Да пожалуйста. Только не эндезит, а обычный, да, походу, cobblestone нужен. Без запаса. Работай, Джамал, факела поставь, пожалуйста. Когда ты уже поставишь факела? Начальника. Я не понимать факела, да? Но потом приходишь в деревню, тут гора трупов, блин. Ну что? Непонятно пока что, кто хочет. Поставь по периметру. Ну, блин. На чайника не ругайтесь. Да. Так, торч. Ну, он сам должен начать ставить. Ну, вроде как, вот сейчас он начал второй ряд строить, и мне кажется, сейчас он будет ставить и факела тоже. Ну, возможно, мне только кажется, блин. Блин, плохо, что выход, я так понял, здесь. То есть вот это у него, получается, фасадная сторона. Но я-то не знал, где у него фасадная сторона. А мне нужно было его развернуть, блин, вот к центральной, к ратуше. Короче говоря, мне нужно построить следующего каменщика и... да, вот он начал опять ломать. Он начал ломать мои факела. Ему не нравится, что тут светло. Да, уж нянькаться тут с ними, это такое тоже удовольствие. Ну, прикольно, но, блин, если бы не надо было в других модах развиваться. О, да вы что?
Да вы что? Какой-то билдерс хат я же делал. Это такая хижина билдера. У него даже дома нет как такового. Так, ну. Давай работай тогда сюда. Я начинаю работать над таунхоллом. Во. Наконец-то. Джамал пошел наконец-то работать над ратушей. Так, походу он тут тоже, да, будет копать или что? Нет, тут в общем-то выкопано нормально все. Да, пока не все могут понять, где он там работает, что он там делает. А, блин, мне надо еды. Еды мне им надо оставить. Только куда ее положить, эту еду? Допустим, вот сюда пока положу всю. Я бы тебе помог, если бы знал, что ты делаешь. Так, годится. Ладно, пошли дальше. Я сделал, получается, сделал металл пресс. Дальше нужен сквизер и ферментер. Pump jack. Это что бы это значило? Pump jack. Крудойл, что-то я не могу вспомнить. Какое-то масло. Так, Project and Guide to Know Build Multi-Block Structure. Нет, что-то прям такое уже какое-то топовое. А, это, короче говоря, это путь к тому, чтобы делать дробильни. Самому делать, как это, шахты. Шахты пока нет, я сейчас следующий беру сквизер. Для сквизера нужно 6. Так, еще раз. Есть. Бочки есть. Остальные... Заборчики есть. Трубы, по-моему, есть у меня. Light Engineering блок это есть. Redstone. Но это тоже есть. Так, я делаю сейчас сквизер, правильно? Selection мод. Визер. Ого, он такой большой довольно. Так, ладно. Сквизер так сквизер. А как его вращать? Как-то можно его вращать, я не помню как. Блин. Я помню, что можно было как-то вращать. Не, мне не нравится так. Так. Ctrl K bind. Shift scroll up, down rotate. Во, все, вот это мне нужно. Так, то есть мне, чтобы его поставить правильно, мне нужно, допустим... Попробуй-ка. Shift, во, с шифтом. Во. Вот так. Так, значит, труба. Трубы я уже делал, я помню. Раз, два. Дальше. Это скафолды, ну, по-моему, обычные, да? По-моему, это тут нет хэви скафолдов. Или нет все-таки? Ну, сейчас попробую поставить.
да, засчитывает. То есть нужны именно стальные скафолды. Просто тут есть еще алюминиевые и еще какие-то. Так. А, есть деревянные. Ну, в общем, тут много всяких. Они ж работают, как раньше работали скафолды из Industrial Craft. То есть по ним можно лазить. Так, здесь как будто бы простой machinery блок. Как будто бы не heavy. Да, вот, light. Engineering блок. Надо бы, наверное, apply'ем заняться, честно говоря. Вот я даже не знаю. Apply'ем заняться и начинать делать автокрафты. Энергия есть какая-никакая. В принципе, по-моему, тут даже не закрыт... Сейчас, как его? Здесь есть Extreme Reactors, и он не закрыт. И его можно питать без проблем. То есть энергия есть. Также есть Flux... как он называется? FluxNet. И тоже он, по-моему, не закрыт. Так, и теперь я должен поставить сюда 4 вот таких вот wooden barrel. А чё вообще? Сейчас, так. Ну, блин, а что за бред вообще? У меня точно есть этот криозотовые планки. Вот они. Блин, он подставлял вообще дурацкий рецепт. 4. Так, 1, 2, 3, 4. Мисклик. Так, еще один пистон и три заборчика. Пистон, по-моему, есть, да. Пистон я наделал с запасом. Опять-таки, он должен быть развернут, блин, вниз. Так, и три заборчика. 1, 2, 3. Не нравится ему, как я пистон поставил. Ну, давай. Так. Теперь нравится. Опа. А что такое? А какие заборчики сюда идут тогда? Стальные, ну. А это? Да. Steel fence. Не понял. Чего он не принимает-то? Нет, пишет не то и все. Так, ладно, сейчас глянем. Блин, нет, тут список не показывает. Так, сейчас, секундочку, тогда я сейчас тут гляну, сквизер. Шесть steel scaffold, 4 wooden barrel. С
Steel Fans, да, вот он, ну как, что за фигня? А что он не принимает? А, понял, что не принимает. Из-за того, что вплотную к стене, и заборчик становится не так, он прилипает к стенке. Все ясно. Ладно, понял. Сейчас исправим. Все, да? Давай. Та-дам. Та-дам. Есть. Так, сквизер есть. Квест-то мне выполнен? Да, выполнен. Теперь ферментер. Терн, Apple, Sugar, Cane, Melon, Potato в этанол. Короче говоря, можно всякие продукты питания перегонять в этанол. А можно ли блюбери перегонять в этанол? Интересно. А то я там целый завод, целую ферму по производству именно блюбери поставил. С ягоды этой. И блин, не хотелось бы делать еще один новую ферму одну. Так, ладно. Мне нужен теперь ферментер. И F ферментер. А? Так, секундочку. А-ранг. Мне нужно пойти и снова вернуть одну из кирок на подзарядку. И надо еще самому подзарядиться, кстати, тоже. А то у меня мана заканчивается в кольце. Так, ага. Эй, куда? А, все, я понял. Я сейчас иначе сделаю. Так, есть специальная аугментация, которая называется, сейчас гляну, сейчас вспомню. Я посмотрю и точно вспомню. Ау. Какая-то из этих аугментаций заряжает тебя на расстоянии. Дисперсив, доминант нет точно, рецессив тоже точно нет, изолейты точно нет. Походу вот это вот. Тут вариантов немного, вот это походу. И, допустим, я поставлю вот сюда. Да? Да, вот и все. И вот оно, мое колечко подзаряжается, просто когда я сюда подхожу. Макс. Ну вот, и когда мана есть в монополах, мне нет смысла тут вот это вот кидать кольцо, стоять, ждать, когда ты пришел, просто раз подзарядился и все. Так, и... А, блин, самое главное, это кирку я должен скинуть на подзарядку, поставить одну. Одну из... Какую? А-ранг. Ну и непонятно. А, вот это, по-моему, больше заряжено, да? Да, вот это больше заряжено. Вот и все. Вот пусть она заряжается. Надеюсь, она когда-нибудь станет эской, и я тогда смогу копать уже прям 11 на 11. Для Mine Colonies, для вот этого мода и для вот этого стоун-блока мне такая кирка будет очень даже полезна. Так, бомжи, чё вы тут не работаете ни хрена, блин, задолбали. Чего тебе? Чё хочешь? Ты сказал, я пошел строить ратушу.
Так строй, блин, если бы сказал. А, он, наверное, кирку мою сломал. Да? Нет, не сломал. Нет, работает, все нормально. Сейчас я тогда возьму на подзарядку. Стой, 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 не уходи, я отдам тебе ее обратно. Я просто ее на починку забрал. Да уж, долго он работает. Еще бы знать, что тут понадобится для ее строительства. А я тут могу... А, ну секунду. Information. Action. Permission. Нет, не, непонятно. Town Hall, Jamal. А, вот, Work Orders. А я тогда крестик нажал, и он перестал строить. Кто был, правда, не Jamal? Mac. Mac Guy Sparrow. Соловей, воробей, да? Чего хочешь? А, ну, ёлки. Так я ж тебе отдал ее. Ну вот, на. Работай. Дерево у тебя есть. Как-то можно его научить рецептам. О. Jamal, я помню, что тебя можно научить каким-то рецептом. Каким образом, не помню. У него интеллект аж 5, то есть очень крутой Jamal. Family, счастье. Блин, а как же ж мне его научить? Required resources. Воу, понятно. Crafting recipe, teach recipe. Воу, это что мне нужно. Я могу сюда поставить, положить ему куча дерева, да, и научить его рецепту из этого дерева делать то, что ему нужно. Научить. Да. Дан. Допустим, еще могу. Да? Еще, допустим. А, все, не смогу. Он, ну, из-за того, что он плохой, ну, как бы слабый строитель. Это максимум, что я могу его научить. Ну, я могу палки его еще научить делать. Тоже, да. Да, получается так. Так, ну и все, да, получается, больше я его ничего толком не научу. Ну, хотя бы так, хотя бы... хотя бы он сможет сам раскрафчивать бревна в доске. Но тут много всего нужно. Тут запросов у него вообще дофига. Где оно было? 32 блока. Каблстоун есть. Спрусовое дерево. Ступеньки. Ступеньки тоже я не научу. Заборчик тоже не научу. Глаз пейн тоже не научу. Еще дирта нужно. Так, а он вот это вот не в расчет не берет, получается, да? На. Так, давай я это пока тут оставлю. А вот это нужно как-то... Блин. Чтобы оно мне сразу падало в мой данк. Так, еще раз. Реквест. Две спрус дор. Почему, блин, спрус дор?
У меня спруса вообще, по-моему, нет. А, есть. Ничего себе. А где я взял? Я даже не знаю, где я взял это. Ну, окей. На. Дальше что? Ступеньки 2 штуки. И еще заборчиков 16 штук. Так, все, я чувствую, заборщиков тут вообще много понадобится, поэтому сделаю впрок. Раз, два, три. Остальные вот сюда скину. Сюда. Так, что дальше? Что дальше? Он просит Glass Pane и Dirt. Я вроде Dirt'а много дал. Тут нет Dirt'а, да? На. Так, 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 так. Что там дальше? Что еще он хочет? Cobblestone Stairs, 68 штук аж. И какие-то клей, шингл, слаб. Блин. У меня не так много этой глины. 68 кобблстоун ступенек, короче говоря. Мне нужен обычный кобблстоун. То есть это стак и еще чуть-чуть. Вот. Вот. И самое главное, самое последнее осталось... Вот эти какие-то глиняные черепицы или что-то такого. Клей шингл. Шингл. 124. Певичка тут запела. Так, этих 124 и угловых 6. Клей о. Клей шингл. Да я понял, понял. Глянем, что это такое. Клей шингл, ок. Шингл, да? Ух, блин, да. Беда. Раз, два. О, у меня есть, хватило. Да, как раз два стака нужно. И теперь угловой шингл. Клей шингл слаб. Ну, все. У меня все есть. Братан, на, строй. Все для тебя. Закаты и рассветы. Все для тебя. Чего в смысле? Ай, блин. Сломал мою кирку. Ох ты, говно. Жалко, раньше была кнопка, можно было Alt зажать и кликнуть на блок, и тогда он просто выбрасывался сразу из инвентаря. А теперь, блин, так не работает это. Так, значит, кирку просишь опять. И чувствую, мне придется ее частенько, ну, делать. Но мне не жалко, мне не жалко. Алмазную бы, может, захотел бы он. Нет? Ч
Еще попробую ему сунуть план. Ну, я так понял, что это именно в этом модпаке так организовано. Что либо там, да, либо каменное, либо вот это, ой, каменное, либо деревянное, либо ботаническое, либо... Так, о, он каменную может, о, готов принять каменную, да? Стой, а ну стой. А ну-ка я каменную сейчас попробую сделать кирку и дать ему. А ну-ка, давай две штуки даже. Так. Джамал, иди работай. Что-то он попросил меня поднять, только что я не понял. Короче говоря, работает все. Ладно, давай, работай. Да, нянькаться с ними, конечно, одно удовольствие, блин. Ну, конечно, нет, я имею в виду. Так. Так, допустим, допустим. Два блока даю ему здесь. Пробел. Опа, подождите, это что? Это ферментор, да, он тоже с трубами делается, все, понял. Так, раз, два. Снова остальные скафолды, да, 6 штук только нужно. Ага. Раз, два, три, четыре. Раз, два. И сюда. По-моему, обычный, да, нужен? По-моему, light engineering блок. Так. Еще один. И сюда четыре этих крусибла, да? Четыре крусибла вроде. И один redstone блок. Redstone блок есть, крусиблов тоже сейчас будет. Ой, блин, у меня уже там 1000 руды насобиралось. Раз, два, три, четыре. Так, раз, два, три, четыре. И здесь, по-моему, обычные металл-шиты, да? Вот такие. Да-да-да, я понял. Раз, два, три, четыре. И готово. Так, а где хаммер? А, вот он у меня в руках. Ну, или что? Или нет? Вот сюда. Есть. Так, ну все, все, блин, вырубайся. Так, есть ферментор, есть сквизер. Только что в них давить, пока не знаю. Надо где бы рецепты посмотреть, что могут они давить. Сквизер. И. Так, а как бы этот посмотреть рецепт? Где посмотреть рецепт? Что ты можешь? Я точно знаю, что в G. Ну, сквизер, я правильно написал. Угу. Картофан. Так, ну вот, допустим, я могу посмотреть по картофану тогда вот так. Картофан, который мы отправили... Нет, не ферментор, сквизер сначала. Или ферментор. Так.
Так, что за еда? Ну нет, здесь рыба, это мне интересно. В индустриальном ферментере можно ферментировать в этанол картофан. Окей. Что еще можно? Можно, в принципе, органика ванильная, помидорки можно и шугакейн можно. Блин. А блюбери, ягоду эту нельзя, да? Походу придется еще одну целую отдельную ферму ставить. Чисто под работу этого сквизера и ферментера. Так, вот. Ну, а как мне выбрать сквизер именно? А, допустим, вот таким образом, я думаю, сейчас. Через яблоко. Яблоко я могу засунуть в ферментер. Понятно. А в сквизер я могу засунуть? Что я могу засунуть в сквизер? И почему ферментер есть в рецептах, а сквизера нет? Ну, сквизер это тоже соковыжималка. Непонятно. Так, может, тут какая-то подсказка? Короче, так, вижу. Здесь написано, что сквизер — это мультиблочная структура, которая прессует соки или масла из органических материалов, используя большой пресс, большой пистон. Поршень. Так, структура. Ну, нарисован, как строится сверху. Ну, короче, ладно. Это wooden barrel. Ну, написание, как строится, это мне не нужно. Предметы могут быть отправлены в сквизер via 2 хатчета сзади. Они обозначены голубыми точками. Так, понятно. Apple in Redstone, сигнал. Блин, короче говоря, можно прессовать семена арбуза, семена памкина, томаты, семена томатов. То есть сквизер именно не для сока, а именно он семена давит, чтобы именно масла делать. А, есть Industrial Hemp. Ну, наверное, надо, да, из Industrial Hemp делать. Короче, я сейчас ставлю коннектор. И смотрим, что можно с этого сделать. Ой, нет, сейчас. Тут же в другом месте, тут вот сюда ставится, да? Так, теперь берем ЛВ-провода. Раз. Вот, и теперь я могу сюда поместить картофель. Не работает, да. Картофель это именно в этот ферментер. То есть любые семена. Ну, допустим, вот эти, либо... А, ну, то есть самые лучшие семена именно Industrial Hemp, получается из них выхлоп 120 миллибакетов. Потом пшеничные семена 80 и, ну, все другое хуже. В принципе, памкин тоже растить неплохо, потому что памкин дает сразу 4 семечка, по-моему. И 4 семечка на 4 это 1600. Ой, ну 160 миллибакетов. Ну довольно геморройно. Я, наверное, все-таки хемпом буду его питать. Опа! А энергии-то ни хрена нет. А энергии-то ни хрена не хватает. А у меня здесь пока что ЛВ-система, все. А ЛВ не справляется, да? То есть мне нужно переходить уже на какие-то либо МВ-провода, либо ХВ-провода.
Ну, по квестам мне никто ничего не предлагает, поэтому я... Поэтому я должен сам переходить, получается. Так, а если ХВ я сам вот перехожу, смотрим, что нужно. Все ли у меня для этого есть? Так, к примеру, ХВ... Секундочку. А, вот релешка и вот ХВ коннектор. Ну, блин, он делается из алюминия. Это дешевле, блин, чем это. Дешевле, чем ЛВ. Но проблема в том, что у меня клей закончился. А клей есть? Да, я вам клей принес. Блин. Пошел я ставить тогда на производство клей. Минимальная автоматизация может быть тут. Если я сейчас возьму... Где мои сигилки все? Не понял. Нет, это не та сигилка. Я что, просрал сигилку, что ли? Охренеть. Я сигилу в холдинг просрал свой, что ли? Может быть, когда сдох, да? Ой, блин, ну это беда прям. Это беда. Я не вижу. Не вижу. И здесь не вижу. Охренеть, а у меня там все сигилы. Все в одной были. А, вот она. Да ёлки, блин. Так, значит, я сейчас... Shift-H. Забираю водяную сигилку, отправляю сюда. Вот, тут вот закрываем. Сейчас, так. Какой-нибудь хоппер, к примеру. Кстати, вот тут вот сейчас мне, возможно, понадобится вот этот топовый хоппер. И я даже, наверное, еще один такой же сделаю. Очень крутой хоппер, у него огромный инвентарь. Ну, большой инвентарь для такого хоппера. Че, сынок? Так, получается, вот этот хоппер один я ставлю, к примеру, вот так. Как мне так организовать, чтобы... Так, это у меня сейчас получается юг, то есть с юга идет подача, соус. А эти все выключить можно как-то, нет? Или это я наоборот закрываю это? С юга есть подача. И вот сюда тоже с юга подача. Если я, конечно, правильно понял. Здесь вырубаем, здесь вырубаем, здесь вырубаем. И беру песочек. Ну и, к примеру, сюда закидываю. Да, наоборот, зеленый. Наоборот, все получилось. Я не прав. Так, сейчас. Извините. Неправильно. Получается, наоборот, красное это что нельзя. Допустим. Получается, вот сюда. Вот это. Все перекрываем. Вот это все перекрываем. Вот это вот все перекрываем тоже. Вот это вот все перекрываем. А вот сюда и вот сюда, подожди, стоп, секунду. А, я все поперекрывал. Так, вот здесь и вот сюда может подаваться все что угодно с любой стороны. Так, и теперь я вот прям вот большим стаками.
скорость большая, вот большой стак, да, чтобы сразу быстро передавалось. Ага. Во. Так, получилось. А это down, да, все. То есть вот это вот мы снизу забираем. Нет, нет, нет. Блин. Стоять. А все будет. Так, это остается здесь. Хм, здесь только тогда получается с юга все забирается. И вот здесь тоже получается только с юга. А внизу, а вот отсюда мы берем вниз, отдает он. К примеру. Блин, здесь долбанный хоппер стоит. А, и он уже отправил домой в систему все. Берем хоппер опять. Блин, ну... Вот сюда, нет? Так. Нет, нет, случайно. Все. Есть. Да здравствует автоматизация. А вот сюда я какой-нибудь сундучок поставлю. Любой. И все, да. Но только надо... Надо его направить вот так. Все, да. Так, ну вот какая-то минимальная, но автоматизация. Тем не менее, сейчас у меня глина будет делаться автоматически. Вот. И я даже сейчас для того, чтобы побольше песка у меня было, сейчас пойду отправлю чуть-чуть на переработку песочек. Так, вернее, сначала кобблстоун. Ой, блин, ёп, чё я скинул? Я надеюсь, я не увидел, чё я скинул, а? Я что-то такое закинул туда, что-то ценное. А что, что-то даже не заметил. А, это называется поспешишь, людей насмешишь. Но я надеюсь, что оно просто через жернова прошло и вернется в систему сейчас. Так, и теперь еще и гравий сюда закину сразу тоже. Так, ну ладно, я вспомню, что мне нужно было, когда я пойму, что мне чего-то не хватает. Так, опять тут фейки наспавнились. У них опять сон. Это, видимо, сейчас 4 часа утра. Так, все, приступаем к работе. Нечего халявить. Давай сюда эту хрень. Я все это отправлю на базу. Говорит, я позабочусь об этом. Это твое золото. Вот так он типа говорит. Ну, типа за твои деньги любые капризы. Ну, вот, наверное, так имеется в виду. Девичка, блин. Надо срочно бар строить. Так, он что-то строит, хрен поймешь. Ты когда-нибудь достроишь?
Что-то он просит поднять. Что он просит поднять? Билд, Дим, Майнкрафт, резерв, игрок, пикап. Ну, то есть игрока это или себя, или, или вот этих вот колонистов он просит убрать. Так, а я хотел еще спрыгнуть туда, посмотреть, как там дела у меня с моей киркой. Пошел я до дому, до хаты. Как ага. дойду, загляну, если еще будешь стремить. Ага, ага, давай, давай, Андрюх. Да, S-ранг получить тяжеловато в этом ботании, да? Сколько я ее заряжаю, она до сих пор ашка. Ну, пускай заряжается. Через пару часиков будет готово. Ну, может быть, часа через два игрового времени. Так, ладно. Тут все нормально. Все нормально, в общем, домой. Так, дальше. Дальше. Ферментить, рефайнери теперь надо делать. Еще раз. Steel scaffold. Трубы есть. КВ коннектор. А, да, на чем я остановился-то? Я остановился на том, что мне нужен. Мне нужна глина. В этом моя проблема сейчас. О, я эти спавнеры не включил. Тю, ёлки. Во. А я думаю, что в смысле, блин, почему у меня крови стало не хватать? У меня тут такой ритуал крутой. Столько рун сакрифайс, что должно быстро возмещаться сразу то, чего не хватает. Да, вот теперь у меня монопул полный. Ой, монопул. Я все монопулами начал называть. Кровавый алтарь. Так. Просто для иммерсива, для этих проводов нужно очень много этой долбанной глины. Так, а у меня черкойла немножко осталось. Я пошел сейчас возьму черкойл. Ага, то есть если у меня стоит на вот этой, на вот этом спарке стоит аугментация, которая заряжает меня как игрока, то она не дает высасывать даже доминейтед руни, она не дает высасывать из этого монопула ману. А я этого не знал, честно говоря. Я думал, будет со всех высасывать. Так, уголь. Нет, здесь даже его нет. Черкойл мне нужен, потому что у меня на черкойле питается вот эта печка. Печка неплохая, в целом такая рабочая. Так, ХВ я, кстати, сделал же, да, 4 коннектора. И вот самое сейчас интересное, это вот эти релешки, они так как-то тупо делаются. С зеленой краски и дробленого железа. А у меня кактус вообще есть? Кактус есть. Немного, но есть. Ну, мне пока его много. И не надо. Да, у меня сейчас эти, блин, флешбеки с Гридикрафтом. В Гридикрафте у меня там ферма огромная. Ферма именно кактуса. Так, секундочку. Гринди. Ну, понял, ладно.
она вот эти кактусовые плямбы можно переделать в краску. Вот эту вот херню. Кактусовая паста. Так, есть. И теперь мне нужно передробить железо. Iron. Сейчас посмотрим, он примет вот так. Дробленое железо вот, вот через. Блин. Через вот эти жернова. Или нет? Так, чего там не будет ходить в конфликт с железом? По-моему, ну, золото однозначно не входит. Ну, ну да, ладно, золото, золото. Тоже на переплавку отправлю. Железо и золото. Так, да, вот это тоже проблему надо решать, потому что когда идет переплавка, лава тратится очень сильно. Мне нужно... Ну, кстати, что-то мне там, по-моему, по квестам мне просят помпу сделать, да? Или, или нет, или я что-то путаю. Pump Jack. Pump Jack will allow you to acquire crude oil. А, не, это, короче говоря, нефтеперегонка, я так понимаю. Мультиблок Structure. Где мне брать Crude Oil? Так, сейчас я, наверное, описание просто гляну. Секунду. Книжка есть. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Heavy Machinery, Metal Press, Crusher, Sawmill, Assembler. Ферментер, сквизер, рефайнери, миксер, ботлер, ботлин машин, автоматит воркбенч, арк фурнес, экскаватор. А тогда simple машин может быть. Конвейер белт, и там роутер, и там... Не понял. Чего еще раз меня просят сделать? Мини-капаситор бэкпак, кстати, дадут. Памп, джек, а ну... Если я поиском. Вот он, Pump Jack. Pump Jack — это мультиплоговый экстрактор какого-то Crude Oil. Я не знаю, как Crude переводится. Сейчас переведу. Мне прям интересно, потому что... Crude Oil. Ну, сырая нефть. А из чего он добывает? Это типа сланцевое это или что? Из, будет просто так генерировать? From deposits situated under Mers bedrock. Structure is formed by using the engineer's hammer on the heavy engineer's block on second layer. Использует 1024 флакса, чтобы качать сырую нефть с рейтом 15 миллибакетов. Продюсированный автоматически выдается со стороны портов оранжевых дотов, точек. Короче говоря, то есть, если я правильно понял, то она как бы качает типа того, что нефть из бедрока. Просто с очень маленьким... Очень, очень по 15 миллибакетов тик. То есть очень медленно. Хотя 15 миллибакетов тик — это в секунду 300 миллибакетов. Не так и мало. Oil deposit will take 24 дня to delete it through adding more pump jack and seed process. Могут... В общем, не знаю, как это работает, но надо будет делать, но опять-таки он требует 1024 энергии. А чтобы 1024 энергии получать, мне нужно тогда пойти вот в эту все-таки линейку квестов, вверх пойти. Сделать рефайнери и сделать дизель-генератор. Только я вот опять-таки не до конца понимаю, почему я должен упарываться в дизель-генератор, когда я могу... Когда здесь есть...
Экстра... Экстрим реактор. Я же могу построить экстрим реактор. Вроде бы все, что тут есть, я все графит-бары эти крафтятся легко. Ладно, ну... Ладно. Старый добрый дизельный генератор, который вырабатывает, по-моему, 4000 РФ в тик. Это довольно круто. Просят по квестам сделать, будем делать. Иммерсив. Погнали, рефайнери. 8 стил скафолд. Ой. Зашипело. Iron Sheet Metal. Есть. Теперь Fluid Pipe. Их нужно аж 8 штук здесь. Годится. 2 Light Engineering блок и 2 Heavy. И 1 Redstone блок. Engineering блок. Есть 2 Heavy и надо 2 Light. И Redstone. По-моему, у меня там закончились они. Так, все, годится. Я могу поставить себе уже рефайнери. Рефайнери это уже... Типа дистилляция. Дистилляция... Ну, дистилляция вот этих двух... То, что будут давать вот эти две машинки. Можно его поставить где-нибудь... Тут, к примеру. Да, поставлю его тут. Так, где этот прожектор? Так, рефайнери, да? Рефайнери. Да, он уже побольше, этот рефайнери. Есть. И... Нет, shift-click. Блин, как же так сделать, чтобы это было? Да, понятно, что в идеале надо было бы Вот сейчас я понимаю, что в идеале вот эту можно было многоблочку поставить сбоку, вот эту многоблочку, вот здесь, к примеру. Я сейчас, наверное, именно так и поступлю. Направить их пипиркой вот сюда, чтобы прямо они сразу перерабатывали, и вот в этот самый рефайнери он передавал сразу. Так, ну попробую. Только я единственное не пойму здесь. Где здесь перед, где здесь зад. И я, наверное, все-таки так и поступлю еще. Я и разверну. Тут у меня масло этого получилось. А, ну я заберу. Тут 7 ведер заберу, остальное ничего страшного. Тоже. Так, погнали. Скафолды, да, пошли? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Тут я вижу heavy машины, и вот тут heavy машины. А вот тут не heavy получается, тут light, походу. Есть. По центру у нас идут трубы. Раз, два, три, четыре, пять. Второй ярус. Раз. Тут получается, понял, тут heavy, а тут обычный. Теперь металл сшиты. Раз, два, три, четыре. Так, извиняюсь. Раз, два, три, четыре.
Что-то я тут подмерз. У нас сегодня тоже прохладно. Ноги что-то подстыли, и прям хочется чая горячего попить. Я, видимо, сейчас пойду, ну, наварганю себе чаечек. Так, это сквизер, а мне теперь нужно... ферментер снова выбрать. Ферментер. Ферментер, и направляю я его пипиркой. Эй, а я ж А, блин. Ферментер надо было галочку поставить. Пипиркой направляем его вот сюда. Вот так. Вот напротив этого входа как раз, да? Два блока здесь будет и два блока здесь будет. Ну, единственное, что пока что, да, мне запитывать нечем. Это провода говно, конечно. Ну, сейчас все будет, в принципе. Не проблема. Сейчас перейдем на топовые провода. Правда, у меня там генератор, это колесо водяное, это все, вся энергия, которая у меня есть. Но фишка в том, что сейчас я перейду к дизель-генератору, и дизель-генератор будет херачить огромное количество энергии. Но там, по-моему, для его обеспечения недостаточно будет. Сейчас, секундочку, извиняюсь. Я сейчас пойду быстро чай себе сделаю. Тоже буквально 2-3 минуты, может даже быстрее. И я вернусь. Кто здесь, не расходитесь. Ну или тоже можете пойти налить себе чайку. Так, все, АФК, пару минут. Так, ага, я тут. Погнали, погнали дальше. Опа. Так.
Это у нас Binary. У Refinery, блин. Ёлки-палки. Надо было Refinery вот сюда делать выход. Блин, я придумал. Я, в принципе, я дизель сделаю на, еще на этаж ниже. Поставлю просто, вот и все. Да, пускай будет так вот, как есть. Так, сюда мы ставим, по-моему, простой, да, инженерный блок. Дальше еще один простой теперь. Redstone блок. 4 крусибла. А, колдроны они называются. Почему их крусиблами? В Таункрафте они крусиблами называются, по-моему. Ну, по сути, чан, что колдрон, что крусибл, это типа чан. Ну. Так, и вот это вот сломать. Да, надо ломать, придется. Визор тоже придется ломать. По-моему, как раз сюда добавляется масло, добавляется сюда этанол, и рефайнери перерабатывают его в биодизель. Этанол и seed oil. И получается биодизель. Дизель уже дизельный генератор. Там уже энергия херачит колоссальная. Ну хорошая, в общем. Если бы не было экстрим реактора, я вообще не знаю, зачем этот экстрим реактор поставили, если, допустим, здесь есть дизельный генератор. А еще я, по-моему, а нет, ну может я ошибаюсь. Мне казалось, что Immersive Engineering и реактор тоже добавлял к себе. Но, видимо, ошибаюсь. Нет, нету. Так, ладно. Так, какой-нибудь танк простой. Small fluid tank. И вот. Ну и вот этот seed oil я сейчас сюда отдам. В принципе, его можно сразу же отправить вот сюда. Тут тоже, по-моему, у него есть как-то так. Ну ладно, я потом или ведрами, я не знаю, как передам потом. Так, а здесь я сейчас это ломаю, эту херню. Надо переходить на нормальные провода уже. Ладно. Не буду сейчас заморачиваться. Так, это ферментер сквизер надо снова поставить. Значит, здесь выбираем снова сквизер. Угу. И поставить его хочу так, чтобы он смотрел вот сюда. Походу вот так, да? Ой. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Сюда идет, обычный light блок, трубы, 3, 4, redstone блок, еще один light блок и поршень, но поршень, да, надо оставить как-то так правильно, чтобы он именно вот так вниз смотрел. Потому что что-то у меня хаммер этот не хочет его поворачивать вниз. Так, и 3
Три заборчика. Почему-то он не воспринимает заборчики как-то правильно. А, вот, сейчас все хорошо. Ой, блин. Во, все, годится. Так, отлично. Да, во, отлично. Так, масло я уже передал. Так, и тебя вырубаем. Так, ну что ж. Не знаю, сразу дизель-генератор делать или потом. Так, ну вот я так понимаю, что если я вот так буду делать, то он будет сразу передавать все, что нужно. А, и у меня там была вторая проблема, это с релешками, да? КВ-релешки. Эх, блин. То есть вот этот дробленый Crash и Tyron, он не засчитался. То есть он в этот рецепт не работает в этом рецепте. А жаль. Так. Придется его тогда просто отправить на переплавку. Так, а как мне получить тогда слитки, если я подроблю просто железные слитки? Они станут... пылью. Блин, ну ёлки-палки. А как мне их подробить тогда сейчас? Ну, крашер, я понимаю, но мне надо... А, ну, блин, ну понятно, ладно. А, нет, тоже, это не то. Ну, короче говоря, опять мой молоток идет в помощь. 3-4, ну, мне не так много не надо, да, мне ж нужно тут, ну, вот штучек 10-12 я сделаю. Мне просто нужно понаделать себе релешек. А тем более они сразу по 8 штук делаются. Раз, два. Ну, на все. Раз, два. Три, четыре. Так, это у нас ХВ-трансформатор с МВ на ХВ, да, по-моему? Мне и не нужно это. Спасибо, Сэм. Так, значит, я тогда убираю вот эти вот позорные вот эти вот ЛВ-коннекторы. Жалко, их разобрать никак нельзя. Потом ХВ Wire Call. А неоголенных проводов нет ХВ-шных. Ага. Так, ну ладно, в общем. Почему-то ЛВ, блин, ЛВ провода, то есть низко, не, ну, как бы, как это называется, низковольтажные провода, они бьются током, а ХВ провода тоже бьются током или нет все-таки, вот это мне интересно. Ах, блин. Пошел наверх опять.
Так, и теперь еще вот сюда ставим. Раз. Два. Три. И что-то я чувствую, что у меня сейчас провода эти не дотянутся, да? Ну, этот вот сюда нормально станет, а вот сюда может, да, помешать. Понял, принял. Тогда мне нужно поставить одну вот сюда, релешку еще. Это вот сюда отправить. Вот. И мне нужно снова сделать ХВ-проводов. А для этого алюминиум вайр нужен и стил вайр. Так. И получается сколько? 4 штуки. Значит, алюминиум. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да пусть 8, да. Ничего мне жалко, что ли. Ресурсы же делаются, блин, из каблы, считай. Так, это у нас провода как раз. Ну вот и погнали. Ого, он с одного слитка по два провода штампует. Охренеть. А я что-то об этом не подумал. Ну ладно. Ну, грех жаловаться, как бы, ну ладно. Наделаю, значит, впрок еще. Ладно, вот 8 я сделаю, хватит. Так, значит, теперь. Отсюда сюда идет, отсюда сюда. И вот сюда. Все, все машинки запитаны. Можем приступать к производству. Блюбери не будет он давить, нет? Ферментировать не хочет. Сквизить тоже не хочет. А если я семена сделаю? Ни хрена. Ну капец, еще одну новую ферму надо делать. Ферма чисто под картофан. А патата... Нет, не пойдет. А, понятно. Короче, мне нужна ферма вот кемпов индустриальных. Пока меня тут не было, ничего не росло. И как будто у меня сигилка... О, у меня реально сигилка роста растений работала. Так, что здесь, как дела? О, вот это другой разговор. Так, это пока что все в систему. Так, годится. Сигилку воды я забираю, в принципе. Пусть она будет всегда со мной. Ну, а глины этой мне на первое время хватит. А может даже, ну, и на долгое время. Так, и как бы мне этого теперь не хотелось, придется идти и делать еще одну ферму.
Может быть. Нет, нет, да. Надо отдельную ферму делать все-таки. Ну да ладно. Просто если нет чины. А. Так, ну вот у меня, да, у меня тут одна ферма есть, но, блин, у меня уже места, получается, нет. Может быть, тогда где-то тут ставить? Еще одну фермочку для картофана и для хемпа. Так, какой бы блок использовать такой, чтобы было не жалко, блин, ну, каблу, допустим, каблу, короче говоря, каблу, только я хотя бы, чтобы она вообще была не банальной каблой, что я ее буду раскрафчивать в такие блоки. Как они визуально хоть выглядят? Честно говоря, не алло, блин. Может, их еще как-то можно раскрафтить? Блин. Ну ладно, не буду уже заморачиваться, черт с ним. Потом просто, если что, просто сделаю подмену, да и все, блоков. То есть, если я вдруг захочу когда-нибудь наводить красоту, просто сделаю подмену блоков. Так, и теперь самое главное, самое опасное здесь не свалиться, потому что я летать пока что не умею. Цена ошибки нереально высока. И еще у меня возникает ощущение, что я именно Builder's Wand засунул тогда в дробилку. Вернее, Builder's Gadget. Или он все-таки где-то тут, и я просто смотрю на него и не вижу. Так. Нет. Да блин. Неужели? То есть, а чё, после дробилки оно как, испортилось? Просто после дробилки я думал, он вывалится просто и уйдет в систему. Получается, что не ушел в систему. Ну, как бы там ни было, я не вижу здесь Builder's One, Builder's Gadget у себя не вижу. А, блин, это печально. Печально, надо новый делать. И проблема даже не в том, чтобы его скрафтить, то есть он недорого крафтится. Проблема в том, что его долго надо заряжать. Вот в чем проблема. Что тут с киркой пока? Все нормально? Кирка заряжается. Правда, я прямо печален. Ну ладно. То есть сам крафт ерунда, вообще не жалко, ни на секунду. Но вот зарядка тут идет долгая. То есть вот он зарядился сейчас процентов на 10 всего лишь. Но я сейчас, может, пока... Йок, хапану. Может быть, я его просто еще куда-то вложил. Кстати, да, я хотел своих миллинарисов проверить. Ну, не миллинарисов, колонию. Бомж этот, что опять тебе не хватает, блин, долбал. Да что такое, ты опять кирку сломал, вот придурок. Сломал кирку опять, вот говно. Ну ладно.
А, все, я же его каменными кирками кормить начал, кстати. Я же вроде как сюда каменную положил. Он и ее уже сломал, да? Так, вот это все можно сейчас скинуть в систему. Сделать пару каменных кирочек. Пусть работает. Да ладно, заткнись. А, вот тут вот, отсюда возьмешь, взял. То есть он все сундуки, которые тут есть, он видит. Что в верстаке в этом, что... Что в том верстаке. Так, что у тебя здесь? Settings, mining, stock, request. А, ну я все выдал. Да? Строй, братан. Ну он что-то копает и копает. Достал уже. Чё ты копаешь? Я главное слышу, что где-то он что-то копает. То ли вот тут наверху. Нет. То ли где-то под землей он копает. Чуть-чуть не успеваю. Так, ладно, работай. Надеюсь, ты будешь хорошо работать. Ну, достали уже, честно говоря. Как с детьми, с ними нянькаешься. Так, вроде все хорошо, потерь нет, вроде бы все отлично. Так, так, да, все, зарядилось. Так, вот этот вот рюкзачок я с собой беру, тоже буду носить с собой. Че с киркой? Ну, уже треть, почти треть заполнилась. Так, не туда. Ага. Так, ладно. Погнали. Не планировал я еще одно крыло строить, конечно. Подождите, есть у меня даже одна мысль. Может быть, я в комнате вот здесь поставлю, к примеру. Сейчас я тут все чистенько почищу и сделаю тут ферму. Но тогда я не смогу поставить сюда пару ритуалов. А я бы хотел, наверное, все-таки их поставить. Блин, не знаю, дилемма. Ладно, я в любом случае еще одно крыло сделаю. Сейчас посмотрим. Но мне надо как-то так. Так, раз. И вот так два. Интересно, в этом мире вообще мобы могут спавниться или нет? Ну, буквально толщиной одного блока не хватает.
Не, ни одного, два блока. Так, ладно. О, блин, страшно, прям сердце замирает каждый раз, когда вот это прыгаю. Шанс упасть, он такой присутствует. Так, а заборчик нельзя сделать из этого блока? О, можно сделать заборчик. О, я сейчас это и сделаю, такой забор. Так и будет. Так. 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 И вот так. И вот так. Так, здесь можно чуть-чуть проходики сделать. Ну, вот так, допустим. Ага, и еще я бы хотел понять тоже, кстати, там мобы будут спавниться или нет? Вот тут получается. Есть подвал такой, типа. Его надо обязательно засветить. Мне почему-то кажется, что это в этом мире мобы не спавнятся сами по себе. Со спавнера спавнились. То есть здесь были спавнеры. В этом мини-данжике они спавнились, но без спавнера у меня, по-моему, еще ни разу не спавнились. Хотя вот тут вот, говорю, есть места, где не хватает источников света. Так, сюда, да, 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 и вот сюда. Да, FPS, ну, подсаживай, да, 76 FPS становится. Ну, вот так, так нормально. Так будет идеально. Так, и я все-таки тоже, что я думаю? Ну, во-первых, мне кажется, что нужно Rich Soil поделать побольше, это раз. И второе, что два ритуала, то есть 4 ритуала, это довольно много. У меня сейчас... получается такой довольно колоссальный профицит. Мне кажется, тут уже еды тысячи по две. Да, 1700, 3000. То есть еды много получается. Идет очень серьезный профицит. Да. Да блин. Короче говоря, не лучшая идея была здесь разместить этот, как его, алтарь. Надо его вот сюда хотя бы переместить, и будет нормально. Так, вот так. Нет-нет, вот сюда. Так, ну и погнали. Теперь я могу что делать? Мне нужно сделать с каждой стороны отступ по... по одному блоку. Где мой посох заменялка? Так. Я как-то кривовато все равно сделал. Так.
Так, годится. Вот, и теперь самое-самое главное, да, надо правильно расставить источники воды. К примеру, центр у нас вот тут, да? Где-то тут, так? Как? Сейчас. Кстати, тут они стоят вообще довольно неплохо. По-моему, очень даже неплохо. Так, ладно, раз, два, три, три, четыре, на, да? Сейчас еще раз. Раз, два, три, четыре, на пятом я делаю дырку. Раз, два, три, четыре, на пятом делаю дырку. И здесь раз, два, три, четыре, на пятом делаю дырку. Вот тут вот полоса получается нетронутая. Можно было вот сюда сместить. Можно, можно в принципе тогда вот так поставить. Раз, два. Раз, два, три, и на четвертом. Ну, что так, четыре источника воды. Ну да, без лишних, пускай так и будет. Вот, да, вот этот вариант будет оптимальным. Вот тут вода, вот тут вода и вот тут вода, да? Так, снизу надо чем-то заложить. Годится. Вот, и вот как раз мне сейчас сигилка воды сразу и пригодилась. Раз, два, три, четыре. Так, ну и все, да, и спахиваем теперь. Или пока спахивать рано. Нет, не рано, не рано. Так, я вот сейчас. Ставлю я только источник света, сразу же земля преображается. Ну ладно. Ну ладно. Так, значит, тут немножко иначе работает, да? А, я тут источник воды не переставил. Блин, невнимательный. Так, раз, два. Я думаю, что-то как-то несимметрично. Так, и вот сюда вода. Так. Угу.
Так, что-то когда пообрабатываешь землю, профризивает немножко, странно. По-моему, как-то вот так должно быть. Потом вот так должно быть. Вот. И даже вот так, по-моему. Нет-нет, вот тут вот лишнее, да? Да, ну такой типа полукруг получается. Вот такой должен быть полукруг. Если я правильно все понял и правильно все рассчитал. Да, ну вроде бы идеально. Так, ладно, все, погнали. Теперь снова create. Снова идем к креатовской халява ферме. Так, create. И на этот раз я сделаю уже не 5, не 6 харвестеров, а 7. 5, блин. Чего не хватило? Так, не хватило андезитовых слитков. Давай пару стаков, пусть будет всегда. И металлплейтов, да? За металлплейтами я пошел домой, потому что у меня уже есть... Ой, сейчас профризило что-то. У меня уже есть нормальный взрослый пресс, я могу уже прессовать только сколько мне будет угодно. Так, только не сюда, не провода, а вот раз, два, три... 4, 5. Это одно. Кстати, да, у меня там сталь заканчивается. Я вот что еще увидел. А стали надо прям капец как много. А, нет, ну не заканчивается, но надо... Не понял, кстати. А, это элеватор. Все. Так, давайте. Айрон слитки. Айрон блоки. И вот так. Зачем этот слаг нужен? Ну, по-моему, какой-то асфальт Walking Speed увеличивается на 20%. Можно поставить, кстати, можно будет побаловаться и сделать этот асфальт, к примеру, в деревне своих колонистов. И надо, кстати, сходить посмотреть, как там вообще у них дела. Потом вернуться за пластинами и тогда уже снова идти доделать ферму. Что, братан, что тут? Опять спите, да? Когда уже достроишь, работу доделаешь? Подожди, стоять. А почему у нее? Она что хочет? Пожалуйста, построй ресторан. Или дай мне что-нибудь пожрать. А, о, чё себе, извини. Нате, 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 все жрите, блин. На, ты тоже. Пожри. И ты пожри. Так, братан, у тебя как дела? Работай, блин, когда ты уже закончишь работу, когда ты достал уже.
Так, ладно, что там? Где-то он что-то делает, но где непонятно. Как ты тяжело строишь, когда ты уже хоть что-то построишь, блин. Была бы какая-то визуализация вообще, что делать надо. Я бы хоть, блин, я бы хоть понимал, в чем, ну, как бы, что делать, я бы помог сам. Так, ага, там делаются у меня пластины, забираю пластины. Так, и еще делаю механикал прессы 5, 6, 7. 7 штук. Так, получается. Сюда я ставлю. Вот этот блок биеринг, да? По-моему. Так, крышку и теперь mechanical bearing. Окей. Нет, вот этот. Так, и у меня закрутилась она в прошлый раз, ферма против часовой стрелки. То есть, если я сейчас начну ставить блоки вот эти вот на вот этот вот mechanical bearing, да? Где ключ? Не-не, что за фигня? Вот. Сюда мы ставим шассишки. Так, секунду, как они называются, эти линарные шасси. Вот, много их мне не нужно. Вот, и если все правильно я рассчитал, то крутиться оно будет в эту сторону. Ну, по-моему, так. В принципе, другого не дано. Но где выгрузку? Выгрузку сюда куда-то надо делать, да, походу? Или сюда? Ну, наверное, вот сюда, да, чтобы было понятнее. Было бы неплохо, чтобы эту выгрузку сюда, к примеру, и эту вот сюда. Нет, ладно. Пускай. Выгрузка это потом. Мне сейчас самое главное, что поставить еще. Шассишки пока оставлю. Мне теперь нужно 100, чтобы поставить два сундука. В принципе, там и одного должно быть достаточно. Но я так с запасом поставлю. Теперь клей. И, блин, к примеру, раз, два, и как-то эта штука называется, я забыл, называется интерфейс. И вот он, где-то тут. Так, да, вот, storage интерфейс.
Раз, два. Ну, сейчас пока один ставлю. В принципе, я сейчас, наверное, вручную намажу вот тут. И вот так поставлю. Ну да. Ну и все. В общем-то, ферма готова, правильно же? Теперь снизу мне нужно взять один вентилятор сейчас. По-моему, у меня еще один остался. Не остался. Фан. Вот. И костер один. И рычаг. Так, ну у меня же было много рычагов. Странное. Так, ну, блин, я не знаю. Так, сделаю, пусть будет всегда. Потом искать их, делать. Вот это мне сейчас отвлекаться было не обязательно. На всякий случай поставлю тоже шафт один. Вдруг опять что-то он начнет крутиться не туда, куда мне надо. Поэтому я один зазор специально оставлю. В виде одного шафта. А теперь вентилятор. Так можно? Ну как-то он коряво так поставился. Вниз, да? Вот, сюда я ставлю снова блок. И сюда костер. И погнали. Все? Ферма приступила к работе, правильно? То есть только тут надо пропахать. А, все, понял. Кстати, довольно просто все произошло. Я сейчас, наверное, тебя тоже остановлю. Вот. И добавлю еще один харвестер. Пусть будет. Вот. И снова запущу. Вот. Ну вот так пусть работает теперь. Ага. Ну и все. А, надо посадить теперь только эту голубичку. Так, что за фигня? У меня опять сигила как будто бы включилась. Почему у меня опять сигила роста включилась? Я не включал ее. Ой, блин. Куда я тупанул? Так, годится. И теперь что? Половину надо картофаном засадить, половину надо засадить
половину засадить хемпом, да? Будет нормально хемп собирать. Так, есть. И половину потатой. Вот. Так, кстати, надо сначала глянуть точно. Ферментер. Из чего он лучше делает этанол? Яблоко, потата, шугакейн. Ну, потата тогда, да? С томата тоже нормально. Ну, в общем, в принципе, можно было бы шугакейн. Ну, в общем, шугакейн уже отпадает. Поэтому делаем. Делаем картофель. Я единственное, что переживаю, что как он будет сейчас вот относиться к вот этим вот растениям. Я так и знал. А это хреново. Тогда получается, блин, ну вот, блин, это хреново. Тогда делаем, смотрим, что там еще дает нормально. Ну тогда мне ничего не остается, пшеницу я сажу, еще и пшеница будет как побочный какой-то, побочный ингредиент. Я ее еще тоже, может, отправлю на переработку, из пшеницы какую-нибудь еду тоже буду делать. И добавлю здесь в ботанию себе еще и третий вид еды. Вот тут вот сверху я его проведу. Вот тут вот. Вот и все. Так, ладно. Ну, блин, жалко. Жалко. Еще раз гляну. Битрут. Ну, буряк точно не хочу. Ну, пшеница, да. А, у буряка еще и хуже. То есть, либо капуста, либо пшеница. Ну, ладно, пшеница, значит, тогда. Кстати, вот, да, вот тут я уже нагрузил производство. Я уже вижу, как у меня начал ПС немножечко подсаживаться. Ну, так, моментами до 64 падает даже. Жалко, что не вышло с хемпом. Вот я знаю, как можно сделать хемп, но надо было поднимать тогда. Вот надо поднимать было ферму. Ну, короче говоря, это невыгодно. Делать еще отдельную ферму под хемп, ну это бред. Так, ну и тогда вот потату, да, тоже. Да. Так, ну и, к примеру, я как буду делать? Что мне больше нужно? Пшеницы больше или больше картошки? Хрен его знает. Юстри нет, Чинель. Ага, ты уже дома, Андрюх. А я все еще тоже, все еще стримлю. Так, а вот сюда будем картофан высаживать. Так, наверное, сигилку активирую, пусть. Вот сейчас нужно активировать сигилку. А, только единственное, в чем проблема, у меня выгрузки все еще нет. Так, стоять. Дошел кое-как. Что там, у вас тоже снегопад, наверное, нет? Ну, у нас сегодня в Краснодаре снег был, блин. То было уже тепло-тепло, а последние 2-3 дня даже снег пошел. Вчера посыпал. Ну вот, и у нас тоже сегодня так прям. Прохладно. А, сегодня нет. Ну, все равно, да, наверное, тоже у вас что-то типа мороза есть. Морозец какой-то должен быть, да? Все, у нас прям 0-1.
ночью до минус 4. Ну, для нас это в апреле, ой, в марте это, ну, как бы, ну, не стандартная погода. Ночью до 18, обещали. Ого! У вас там еще зима зимой. Так, сундучок. Так, пока что сундучок поставлю сюда. Да вроде солнышко светило, а тут опять началось. Блин, а у меня все. В общем, да, супруга пришла с работы. Я, наверное, буду заканчивать все-таки. Вот. В общем, ну, тут пока что такая вот, получается, канитель. Надо сейчас сделать производство еды, чтобы переделывать масло и потом еще делать этанол, и тогда запускать дизельный генератор. Вот. Ну, это по квестам. В принципе, да, я говорил, что можно тут экстрим-реактор есть. Я, правда, не знаю, доступен он мне или нет. Ну, как бы, буду последовательно выполнять задания. Поэтому, ладно, все. Всем спасибо за просмотр. Не знаю, как бы... Надеюсь, что все было нормально, все хорошо. В общем, всем здоровья, удачи и пока-пока. Надеюсь... Так, ну... Ну, да, вроде 4 зрителя показывают, ну... Но почему-то все молчат. Может быть, кто-то просто сидит тихонечко, молча. Ну, по-всякому бывает. Все, ладно, давай, Андрюх, пока. И всем, да, всем привет и всем пока.